И люди хотят худеть. Это меня раздражает. Раздражает. Нельзя хотеть худеть. Ну, то есть это противоречит просто всей нашей нейрофизиологии. Это что нужно сделать, чтобы собака отказалась от еды просто потому, что она захудела худеть? Нет этого. Тоже почему? Значит, где-то кому-то сказали, что не сексуальный. Надо похудеть. Потому что без секса, понимаете, будешь. Кому-то, значит, сказали, что он помрет, если у него столько будет этих, а он испугался. Так он чего хочет, худеть или секса, или не помирить? Ну, чего он хочет на самом деле? Но вы никогда не поймете, что вы хотите на самом деле, если вы вот врете себе и думаете, что вот это вот у вас есть какие-то сознательные установки, можно на это сознание опираться. Оно всегда постфактум, оно всегда бежит и как бы оправдывает все, что вы наворотили.